Сегодня будем делать чип-тюнинг Евро 2. Это Mitsubishi Pajero. Такая вот. Хотел сделать через разъем, не снимая блока. Но разъем здесь весь сгнил. То есть контакта нет все равно. Поэтому блок снимаем. Находится блок под бардачком. Точнее сказать, вот здесь вот сбоку. С этого. Я его уже снял. Положил на стол и пойдемте его читать и писать. Блок подключаем на столе. Вот уже подключили его. Значит, тут идет у нас три питания. Бутпин, масса и коллайн. Вот по такой схеме. Используем Open Port как адаптер и используем PCM Flash и его модуль Mitsubishi K-Line. Открываем PCM Flash, выбираем адаптер Open Port у нас идет, так, и модуль Mitsubishi K-Line. Включаем зажигание. И нажимаем чтение. Бутпин у нас сделан через 11 выход Open Port. Нажимаем ОК. Все, чтение флеш пошло. Версия ПО EM2104. Флеш здесь небольшая, всего 128 килобайт. Так что читает быстро. Включаем зажигание. И сохраняем наш дамп. Давайте проверим номер нашей прошивки EM2104 в дампе. Этот идентификатор находится в самом низу дампа. Вот, пожалуйста, наш идентификатор. EM2104. Итак, файл Евро 2 тюнинг подготовили. Включаем питание. Включаем зажигание. Теперь давайте разберемся, где лучше брать прошивки на Mitsubishi. Многие задают такой вопрос, но я пользуюсь прошивками Александра Гусаренко. Это GMS. Значит, у него есть свой магазин, так и называется, GMS Market. Мы можем туда войти, зарегистрироваться. Я уже зарегистрирован, поэтому персональные данные и так далее здесь мои. Авторизованный пользователь. Вот, можно выбрать каталог с прошивками. Здесь и Ford, и Hyundai, и Kia. Ну, в основном, конечно, он занимается прошивками автомобилей Mitsubishi. Mitsubishi он делает очень хорошо. Ну и выбираем здесь, собственно говоря, автомобиль, который нам нужен. Что стоит, Melco или Denso. Вот они, пожалуйста, все эти автомобили. Pajero, Outlander, Lancer. Все здесь есть. Нажимаем, смотрим, вот, допустим, прошивку берем и смотрим по стоимости. Вот прошивка стоит 3000 рублей. Кладем в корзину,
И дальше уже следуем указаниям, оплачиваем все это онлайн. Затем скачиваем прошивку и заливаем ее в автомобиль. То есть по Mitsubishi прошивки качественное дело от именно Александра Гусаренко. Вот к нему я всегда обращаюсь и всегда он выручает. Здесь указан его номер, если нужна помощь, если нестандартные какие-то ситуации. Также у него есть WhatsApp, Viber и Skype на этом номере. То есть можете спокойно с ним связываться. Человек никогда не отказывает. Открываем наш файл. Вот он, Евро-2. И записываем. Запись завершена. Выключили зажигание. Итак, прошивка сделана. Ставим блок на место. Все, блок подключен. После прошивки заводим двигатель. Пожалуйста, чек погас. Все работает. Ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России. Я ему хорошую прошивку залил, а он мне тут про простатит говорит.